шторм бушует, а пламя горит. Мы вместе сразимся с тенями. И солнечное небо, и звезды пути укажут дорогу к победе. Я рыцарем стану и помогу всем, кто нуждается в свете. Добром дорогу свою освещу и к финишу первым приду. Монкар, лишь не твои сбудутся, не унывай. Вперед иди, не сдавайся, педаль газа ты выжимай. С друзьями ты не расставайся. Монкар, ты к цели спеши. Волшебный дракон нам поможет пути. Наша дружба сильна, а победа близка. Озарим этот мир отвагой. Монкарт. Гонка легенд. Секрет Робина. Часть первая. Молодец, Джин! Уже две победы! Продолжай в том же духе и легко пройдешь! Нет, я был плох. А? Драка! Как так? Дра! Ты вылетаешь за трек! Дра! 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 Говорит, что это ты должен следить за ветром и отдавать приказы. Да откуда я знаю, куда подует ветер? Вообще-то, гонщик Рейден, похоже, точно знает, куда подует ветер. Руда! У вас не выйдет. Дра! 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 Может, он умеет читать ветер? Ладно, тогда я спрошу у него. А? Подожди, Джин! Он так просто не расскажет! Ладно. Правда? Но для начала ты должен понимать, что шепчет дух Сильф. Сильф? Это имя духа, что укрощает ветер? Бинго! А? Укрощать ветер? Для того, чтобы ее услышать, нужно упорно тренироваться. Ты готов принять этот вызов? Ну, конечно! Да! А? Что такое, Робин? А? Ничего! Задумался! Монкарт, где скорость вашего монстра и ваши способности испытывают на треке? Трансформируйся в мегароида и унеси домой победу! Вперед, драка! Может услышать шепот духа Сильф. Да, именно так. Почувствуй ветер телом. Но закрой глаза. Расправь крылья сердца. На старт. И полетел. Они точно таким способом научатся читать ветер? Не похоже, что Рейден нам врет. В книге сказано, что Сильф озаряет людей. Озаряет? Они словно осознание, моменты «ага». Так вот оно что. Луи, не хочешь попробовать? Отклоняется. Не будь таким вежливым, мы тебя подготовим. Как ты там? Уже слышишь дух Сильф? Нет! Только свист ветра! Ясно! Тогда переходим к плану Б! Плану Б! Ну как? Слышишь? Ты просто решил пошутить так! Это весело! Монча, давай к ним! Монча! О!
Неужели именно это нужно делать, чтобы читать ветер? Не знаю. Да! Финиш! И к финишу первым приходит Майкл Уайт! Ни одного поражения, он словно ревущий лев! Не совсем. Ветер не дает нам разогнаться на полную. Потому ты такой невероятный. Единственный человек, с которым ты соревнуешься, это ты сам. Кау? Ничего, Лео. Робин, наконец наша очередь. И я не стану тебе поддаваться. Ха! Я тоже не стану. Но так просто мне Майкла не обойти. Надо найти способ, как читать ветер, подобно Рейдену. О? Цып? Ты что-то ищешь? О, а! Как ты поняла? Ходишь по улицам, словно потерянный пес. Понять нетрудно. Так я выгляжу? Цып! Не полагайся на глаза. Почувствуй его. Почувствуй ветер. Почувствовать ветер? Цып! Цып, цып! Откуда дует ветер, если это там? Понял! Спасибо! Идем, Уоррет. Я всегда хотел быть похожим на брата. Лео, трансформация! Битроид! Кау! Кау! Он выигрывал все гонки. Он был лучшим в учебе и спорте. Классный! Ты точно достоин стать рыцарем Монкарта. Я тоже хочу стать рыцарем! Забудь! До Майкла тебе далеко. У тебя даже монстра нет. Они правы. Я не Майкл. Я не такой умный, и я просто ребенок. И у меня нет своего монстра. Что это? Что оно тут делает? Цып! Ты сказал цып? Цып, цып, цып. Я буду звать тебя Цыпа. С тех пор я начал свой путь в Монкарте по стопам брата. Когда он уехал из города Лето, чтобы стать рыцарем Монкарта, я решил к нему присоединиться. Но по сей день я ни разу не победил его в гонке. Цып! Помогите! Кто-нибудь! Майкл! Цып! Цып! Кау? Ничего. Просто песок в глаз попал. Ну как? Слышишь, Сильв?
Говорил же, ничего не слышу! Не слышишь, потому что позволяешь страху встать на пути! Расслабься и сосредоточься на шепоте Сильф! Расслабиться и сосредоточиться! Да как тут можно расслабиться? Да уж... Я больше не могу. Да, было весело. И кто победил? Ай-яй-яй, больно. Ну ты неуклюжий. Сильф не будет с тобой смеяться, пока не подружишься с ветром. Никто не видел Робина? Он не с тобой? Нет, и Цыпа тоже. С ним ничего не случится в таком безопасном городе. Но тут же много всяких мостов и скал. Они могут быть очень опасны. Он мог поскользнуться. А если его унесло ветром? Это невозможно. Срочно на поезд! Цып! Нет выбора! Цыпа, ты упадешь со мной! Пусти! Майкл, помоги! Озвучено компанией Trend Media Service в 2018 году.